Так, друзья, всем привет. Короче, я иду с работы, как обычно, грязный, уставший, но не суть. Тепло, золотая осень. Ну как тепло, не жарко, но хожу в футболке. Короче, есть у нас тут такой пригород, называется Старый Белоус. Вот. Ну это как бы село, считается отдельное село, но на самом деле это как бы частный сектор, окраина. Ну неважно, не суть в том. Звонит мне мой дружбан Санек и говорит, что завезли туда 30 повесток. И каким-то чудом, он говорит, что выписали даже мертвым. Прикиньте. Вот. Выписали даже мертвым эти 30 повесток. Вот. Следующий момент. Он тоже говорит, гулял сегодня по городу, и ходят 4 этих зеленых таракана и по городу и выписывают повестки. Вчетвером. С автоматами, все как положено. И я сегодня иду и возле вокзала, там на АТБ, возле вокзала, короче, тоже 4 зеленых таракана, короче, выгрузили всех с маршрутки. Ну, я не знаю, выгрузили или не выгрузили, но возле маршрутки терлись, короче, возможно, выписывали повестки, возможно, потому что там повыходили мужики с маршрутки, все дела. Что они там делали, уже наговаривать не буду. Может, то была какая-то проверка, я не знаю, но тоже ходили с папками, с блокнотиками. Ну, явно, что не проверяли машину на разбитые фары или еще что-нибудь, да? Вот. Вот такая вот фигня. Так что рейд продолжается. Будь то убережни. Вся тема, короче, вот такой вот коротенький ролик. Короче, они продолжают кошмарить людей. Ну, мы, как говорится, не боимся, ходим себе, потому что мне на них глубоко насрать. Вот, конечно, я знаю, что сейчас появятся комментаторы, именно заядлые патриоты, и где-то в кальянной сидят и будут комментировать. Секунд, что ты не идешь, что ты их называешь тараканами, и все дела, и... Сотый раз уже для таких долбоебов повторю, что ТЦК это не ВСУ, это разные вещи. Потому что Сельпо и Ашан это разные вещи. У них и там продаются продукты, и там продаются продукты. Но это разные вещи, это разные вещи. Нацгвардия это не полиция. Вот. А полиция это не СБУ. Это похожие структуры, но это не одно и то же. Потому... Вот такие вот чмошники, прежде чем писать что-то, пиздеть, как бы разбирайтесь чуть-чуть в деле. Курите себе кальян где-нибудь, вот, и меньше пиздите. А чтоб меньше пиздеть, просто бери и иди туда и сдохни. Вот такая вот тема. Меньше, как говорится, меньше таких, легче жить. Потому что те, кто... опять же, воюют уже, да, неважно, по принуждению или сами, у них нету время сидеть, комментировать ТикТоки, Ютубы и Фейсбуки. Вот, это все пишут вот такие вот кальянные вояки, вот такие вот кальянные вояки. В принципе, и все, не буду затягивать ролик. Вот, ветер, меня может быть плохо слышно. Все, друзья, всем пока. Звычайный хлопец на звязку. Переходим дорогу, работаем.